Еще и звук не записался, приходится сейчас еще записывать поверх. В общем, идея такова. Так как у меня в Origin переполнен список друзей, максимум только 100 можно держать у себя, то мне постоянно пишут в личке, да, ВКонтакте, чтобы я с ними сыграл, там, или еще чего-то, чтобы я их друзья добавил. Но я это сделать не могу, потому что, ну, если вы смотрели прошлой серии по FIFA, то вы знаете, что у меня тут, типа, друзей, список друзей переполнен, поэтому я сделать не могу. Я принял решение вот какое. Я сейчас буду удалять всех друзей, которые у меня есть. Также удалять все заявки друзьям, чтобы у вас была возможность после этого всего добавиться ко мне в друзья. Ну и чтобы у каждого была возможность со мной сыграть. То есть я буду, наверное, периодически выпускать такие видео, когда список друзей будет переполняться, 100, да, допустим, 100 людей, и еще сверху там, допустим, 50 накопится, чтобы никто не обижался, я буду просто удалять друзей и добавлять новые, то есть менять контакты, новый добавлять, чтобы у всех была возможность, допустим, со мной сыграть, да, чтобы у всех была возможность, ну, я не знаю, там, попытаться со мной сыграть, потому что дальше я потом рассказывал, что, допустим, если вы добавитесь, не надо мне, пожалуйста, писать в личку, да, настойно, чтобы я с вами сыграл, да, вот сейчас. Очень сложно накладывать запись после того. Да, я это сказал, что я оставил только единственных братюней, которые давно меня знают, да, с которым я часто в скайпе болтаю и видели меня вживую. Ну и один чувак, который мне помог с монетами. Я думаю, кто смотрел серию по FIFA, тот знает. В общем, идея такова, что я удаляю всех, добавляю новых. У вас есть возможность попробовать со мной сыграть. Почему говорю попробовать, ребят? Потому что, ну, простите меня, конечно, вас много, я один. У меня тоже есть свои там проблемы, есть свои там, не знаю, потребности какие-то или прочее, прочее. Ну, надеюсь, вы можете понять. То есть и настроение тоже, от настроения зависит. Вы можете, конечно, мне написать, когда я вас добавлю, да, когда сделаете заявку новую. Вот я дальше показываю, что вот у меня вот Geeks91Rus, кто не помню, то есть заявку делаете, я вас принимаю. Есть возможность добавить. То есть, ну, опять же говорю, не надо мне, пожалуйста, бомбить в личку, типа, давай сыграем, давай сыграем, давай сыграем. Если сказал, типа, вам написал в ответ, что ну, сегодня я не хочу, типа, браток, извини, братан, то не надо потом обижаться и бомбить мне личку. А иногда просто бывает желание, захожу, допустим, в FIFA World, и просто начинаю со всеми играть, все, кто заявку мне кидают. В общем, такие дела. Ну и дальше я потом повторял, что не надо мне, кто не помнит, кто не смотрел прошлой серии, потому что все равно таких людей много, ребят, не надо меня, пожалуйста, просить, чтобы я вам с вами сыграл в Агере. Ребят, я в Агере не играю. Еще раз говорю, не играю. И еще раз говорю, не играю. Я так несколько раз повторил, потому что люди не понимают. Я уже на многих видео говорил, что я не играю в Агере, все равно продолжают мне писать. И также, ребят, ну, имейте совесть и наглость тоже немножко поубавьте, потому что меня до сих пор пишут, чтобы я им отдал монеты. С какой стати я должен незнакомым людям давать монеты? Я вообще без понятия. Однако же меня до сих пор просят, чтобы я дал им монеты. Ну что это, ребят, ну вы чего? С какой стати, простите меня, пожалуйста, я должен давать монеты? Ну вот я здесь несколько раз повторяю. А дальше, по-моему, я сказал, что я такую практику делаю не раз. Сейчас, погодите, вернусь к этому моменту. Так, ну вот мы в Стиме. В общем, я тут показываю, что я такую практику уже давно применяю. То бишь, чтобы была у всех возможность добавляться ко мне в друзья, я беру и старые контакты удаляю, которые не заходили 20 дней. Сейчас я покажу, как я это делаю. 20 дней, то есть это давно уже, это как 3 года именно в Стиме, потому что в Стиме поболее заявок можно принимать, чем в Origin. И в Стиме ты можешь узнать, кто давно не заходил в аккаунт, чтобы была возможность добавить тех людей, которые кидают мне заявки. Потому что иногда бывает список друзей Стима тоже переполнен.
Поэтому мне приходится так делать. В Origin, к сожалению, ты не можешь узнать, кто давно не заходил в аккаунт. Поэтому мне приходится принимать вот такое вот сложное решение для себя. То есть удалить всех и ждать новой заявки. Ну, зато появляется у всех шанс сыграть со мной, пытаться. Это не значит, что я, ребят, что я зазвездился, да-да, типа так пишу. Если бы человек зазвездился, он вообще бы забил бы на это все дело. Сейчас запись закончится. Он давно бы уже забил бы на это дело и не стал бы вообще никого в друзья добавлять, просто бы закрыл бы все аккаунты. Нет, я просто хочу, чтобы у каждого была возможность добавить меня в друзья, со мной сыграть, когда, допустим, у меня желание будет. Допустим, в контру иногда тоже бывал, играл, заходили люди на сервер, там, типа, Гикс, привет, там, все дела. Но это давно было. Ну, в общем, ну, надеюсь, ребят, вы все поняли. Что-то я слишком долго, даже больше уже, чем записи, что у меня есть. В общем, добавляйтесь в друзья в Origin. У вас будет возможность со мной попытаться сыграть. Зато теперь никто не обидится, типа, то, что я не добавляю его в друзья. В общем, ну ладно, ребят, надеюсь, вы все поняли, никто ничего не обиделся, не обижается, кидайте мне заявки, буду всех принимать. И увидимся, наверное, в следующем таком видео, если опять список друзей переполнится. И тогда мы уже спустя несколько видео дойдем до такого состояния, что останутся, хотя не знаю, останутся только те люди, которые заходят, не знаю. В общем, ладно, ребят, всем пока, увидимся.